Rusya ile Ukrayna arasında... Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил визита в Москву с целью обсуждения напряженности вокруг Украины. Об этом турецкий лидер сказал в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле. Эрдоган напомнил, что его визит в Украину уже значится в повестке графика. Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву, пояснил турецкий президент. По его словам, отношения Турции с Россией развиваются в позитивном ключе. Президент подчеркнул, что Турция готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в мир между Украиной и Россией. Он также заявил, что любая попытка оккупации или войны между Украиной и РФ станет серьезным ударом по стабильности во всем регионе. Турция выступает против подобной напряженности, отметил турецкий лидер. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.